Всем привет! Снова Ford Fusion и вот такие вот резиновые отбойники FDSBK TP-Link, LTD, что-то там, бла-бла-бла. В общем, ссылка будет в описании. Ну, а еще номер будет прямо здесь. Оригинальные запчасти, по которой я их искал. Взял за 700 рублей. Для установки нам понадобится два сверла, взял на 4,5 и на 5 миллиметров. На 4,5 взял для того, чтобы высверливать аккуратненько саму заклепку. Ну а на 5 это чтобы просверлить потом под заклепку. Заклепочник нужен будет на 4,8 заклепки. Взял, ну и соответственно взял с собой шуруповерт, без него никуда и делать нечего, в принципе. Вот, хотя можно было, конечно, и другое крепление какое-то поискать, поставить, но тем не менее взял еще заклепочки сами, несколько штучек, вообще 4 вот таких, 4,8 в диаметре. Это самые мощные, которые можно ставить моим заклепочником. Ну, вернее, не моим, а тот, который я позаимствовал. В общем, сам процесс установки будет отдельно. Для начала нужно высверлить, после чего нужно будет зачистить и просверлить отверстие на 5 миллиметров. Разбить, может быть не нужно будет его разбивать. По идее, в машине должно быть 5 миллиметров рассверлено, а вот в самих вот этих отбойниках уже будет чуть меньше, 4,8. Но я думаю, на 5 рассверлить будет нормально. В общем, как-то так. Вот такая вот голограмма с QR-кодом, с тремя. С четырьмя QR-кодами. Вот. Ну что, пойдемте устанавливать.